Баку для меня это в некотором смысле, ну, родной город, потому что когда-то, это был буквально родной, там жили, ну как это сказать, там жили мои родные люди, самые близкие, так сказать, и мои родственники. Потом как бы, ну, обстоятельства моей жизни поменялись, но со мной отношение к этому городу, уж не говоря о том, что в свое время мой отец обожал Баку, потому что там была всегда замечательная публика, это же был такой... многоконфессионный, многокультурный город такой, там были разные перемешанные национальности, культуры, это была замечательная публика, вот, и это был один из самых любимых его городов, вот, и потом я там был уже современником, где я работал в свое время, и тоже это были замечательные, незабываемые гастроли, и потом был большой, огромный перерыв, и вот сейчас мы были там, и город очень сильно изменился. Нельзя сказать, что он неузнаваемо изменился, потому что, конечно, я его узнаю и даже, можно сказать, в некотором смысле неплохо знаю, но он, конечно, расцвел, так сказать, просто не, удивительно. Там были молодые артисты нашего театра, которые первый раз были в Баку, и они были под таким впечатлением, просто они были в восторге от этого города, и мне было очень приятно, что им это нравится, что они под впечатлением, и там, потом там хорошая публика и продолжает быть хорошей, мы там имели большой успех. И тут очень важно, чтобы при всех изменениях что-то самое главное оставалось бы на своих местах. Вот мне кажется, что вот это есть.